Бездомные бродячие собаки на улицах Прештины – обычное явление. И чаще всего их ждет очень печальная участь. Ментор Гаши и три его помощника прилагают все усилия, чтобы спасти животных и дать им новую жизнь. Недалеко от места археологических раскопок Ульпиана, в 10 километрах от Приштины, на территории около 20 гектаров, они создали приют для собак. И с 2014 года спасли тысячи бездомных животных. Слишком много печальных случаев на улицах, слишком много собак, много страданий. Именно поэтому мы решили открыть Приштинский приют. Мы занимаемся спасением собак. Беремся и в тяжелых случаях. Находим собак, выхаживаем и отдаем в хорошие руки. Малышку Риту, названную в честь британской поп-звезды албанского происхождения Риты Оры, нашли в ноябре прошлого года в очень плохом состоянии в Митровице. Последние 3 месяца она жила в приюте. Но вскоре ее жизнь должна измениться в лучшую сторону. Ритой заинтересовались за границей. И теперь ее с нетерпением ждет семья из американского штата Огайо. Ее будущая хозяйка Ани замужем за косовским албанцем. Это больше, чем просто приютить животное. Вы знаете, для нас это особенная возможность – привести собаку именно из Косово. И я хотела бы еще больше узнать об этом процессе и дать этой маленькой собачке лучшую жизнь. Поэтому мы очень-очень волнуемся. Приют не получает финансовой поддержки от властей и существует на пожертвования. Однако ментор Гаши с оптимизмом смотрит в будущее и говорит, что самая большая награда за труд – это когда собаки проявляют к своим новым хозяевам особую любовь.